братан, у нас скоро праздник 8 марта, и как обычно ничего не готово. Что девчонкам дарить? Надо решать. Да грамотно надо все сделать. И грамотному человеку позвонить, он нам точно подскажет. А кто такой грамотный человек у нас есть? Богдан. Богдан, точно, Богдан. Да, Илюха, куда ты лезешь? Да я не тебе. Что такое? Подъехали? Сейчас подъеду, Ну что, какие проблемы? Да нет, не те проблемы, Богдан, все нормально. Нам нужно решить, что девчонкам на 8 марта дарить. А, не такие проблемы. Блин, ну ладно. Ну если девчонкам, что девчонкам подарить? Я даже не знаю. Может, завтра уже разберемся с этим вопросом, чтобы вечер, утро. Ну короче, заходит в бар русский, немец и американец. Смотри, кто такие есть? Смотри, смотри, давай подойдем. О, здорово, пацаны! Здорово. Здорово, что надо? Не подскажете, что девчонкам на 8 марта подарить? Да шапки медицинские подарите, да и все. Да какие шапки? В баню их отправить и все. Да какие шапки? Какая баня? Шапки они нам дарили. А в баню не все пойдут. Что подарим-то девочкам на 8 марта? Да я не знаю. Да вон Ванек сидит. Может, у него идея какая-то натуре, есть. Да. Ванек, здорово. Тут такая вот проблема у нас. Не знаем, что девчонкам на 8 марта подарить. Может, у тебя есть какое-нибудь предложение? Ну, давайте-ка в прошлом году гель для душа ФА. Вроде всем понравилось. Ну, может быть, без ФА в этот раз обойдемся? Ну, не знаю, как по мне, им зашло. Да. Пацаны, короче, анекдот. Да какой анекдот? Вон, Кирюха стоит, пошли с полосы. О, пойдем. Здорово, Кирюх. Здорово, ребят. Че, может, ты подскажешь что-нибудь, что девчонкам на 8 марта подарить можно? Ну, предлагаю не париться, купить сок, шаурму, и все, они будут довольны. Так, че, кто еще остался? Миша и Денчик. Ну, наберем-ка Миша. Алло, да, Мишань, здорово. Алло, Илюх. Здорово. Че, подарок, да? Ага. Послушай, я видел спинги по акции. Можешь их подарить? И подходит. Ладно. Давай тогда. Ладно, понял, Мишань, спасибо. Хорошо, будем дальше думать что-то. Так, ну еще Денчик остался. Ну, Денчику подойдем, все равно в общаге живет. Такой вопрос. Уже с пацанами всю голову все сломали. Не знаем, что девчонкам на 8 марта дарить. А что, какие у вас идеи вообще? Да пацаны уже все предлагали. И цветы, и покушать предложили, и гели для душа, ФА, маски. Ничего не подходит. Может, ты что-нибудь подскажешь? Ну, хоть что-то не густо. А что голову мрочит-то? Может, видео снимем? Видео поздравления. Ну, отлично. Снимем. Давай, отличная идея. Пацаны, мы снимаем вообще-то? Дорогие наши девушки! В этот замечательный весенний праздник от лица всего нашего мужского коллектива хотим искренне пожелать вам оставаться такими же красивыми, умными и добрыми. Пусть исполняются любые ваши мечты. Наступление весны не только в календаре, но и в сердце. Цветите, сияйте, вдохновляйте. А самое главное, оставайтесь такими же любимыми. Стой, Денчик, подожди. Ну а если Валерий Иванович нам разрешит показать это видео на проекторе, то... С 8 марта всегда! Ура!